видископ. В 2018 году есть несколько вещей, которые, в общем-то, там будут в этом новом договоре зафиксированы. Это сроки стройки, чтобы, скажем, не расслаблялись ни инвесторы, ни банкиры, которые должны будут выделить этот кредит. Потому что сроки – это очень важно. ФИБА Европа должна быть уверена, что, ну, условно, завтра начинается стройка, она закончится намного раньше, чем чемпионат Европы. Не за неделю, не за месяц, а чтобы эти уже арены были и испробованы, и уже сыграны игры или чемпионат Украины, и кубковые, и сборная должна там сыграть. Поэтому это первый вопрос. И второй, конечно, будет определенный срок понимания политической ситуации. Потому что если, допустим, не дай бог, политическая ситуация не будет стабилизироваться, то, естественно, что ФИБА Европа вынуждена будет опять принимать дополнительные меры. Поэтому, а так, в основном, условия те же, что были на 2015 год. Сегодня этот договор готовится. Я думаю, в течение, так, я думаю, от 10 до 2 недель этот договор будет подготовлен. Делегация ФИБА приедет опять. Я, естественно, планирую встречу опять и с премьер-министром, и с руководителями городов, где планируется проводиться Евробаскет, теперь уже 17, и, естественно, с новым президентом Петром Алексеевичем Порошенко, чтобы как бы все стороны, вплоть до теперь уже оппозиционных партий, подписали этот договор. Мы уже свели его материально до минимума, уже практически там государственного участия минимальное в виде кредита, и даже уже не полностью льготного, а частично льготного. Поэтому, как бы так, что вот этот стереотип, что там, как вот осталось у людей, что столько потрачено на футбол 2012, непонятно куда деньги, зачем и так, это уже не будет, потому что практически государственного участия, как такого финансового, не существует. Поэтому все уменьшено до таких вот, ну, реальных инвестиций, практически на постройку только арен. Ну и понятно, что какие-то деньги будут привлекаться от спонсоров, от продажи билетов на организацию самого турнира. Витископ. Спортивное видео.